Хищение 34 миллионов тенге из госбюджета подозревают бухгалтеров отдела образования Кербулакского района области Жетісу. По версии следствия, они завышали отпускные и зарплату учителям школ. Кроме того, начисляли заработную плату людям, не имеющим отношения к учебным заведениям. Еще одно нарушение прокуроры выявили в работе акимата Сарканского района. Там 29 миллионов тенге заплатили за несуществующие туалеты на туристических объектах. По данным фактам, управлением досудебного расследования прокуратуры области Жетісу начаты досудебное расследование по пункту 2, части 4 статьи 189 Уголовного кодекса. Это хищение в особо крупном размере.